Мне понравилась очень байкальская баллада, потому что там все так четко описано, прям сказали про Студенские озера. Короче, мне очень-очень понравилось. Прям сердце греет. Хорошо. Действительно хорошая песня. Подчеркнули все достоинства Северного Байкала, нашего города. Мне действительно понравилось. Особенно с этим видеоклипом, где показали все наши достоинства. Сейчас, когда Байкал скован льдом, вот этот видеоролик именно с байкальской водой, он так напомнил о том, что Байкал, да, под льдом существует, что он сейчас скоро Живой, да? прорвется и будет снова, да, радовать нас своими глазами. Я когда посмотрел этот ролик, увидел со стороны Северобайкальска, как есть фото Багудинского хребта, и вот как раз тот маршрут, где мы с вами прошли вчера, позавчера, по ту сторону Миллионы, этого Хакус, вот прямо вот маршрут видно. Хотелось паузу прям поставить и сказать, мы там были. Ну а так, конечно, приятно слушать песни про свой родной край, песни про, особенно когда они сделаны единомышленниками, с душой, именно про наш Северный Байкал, который, я уверен, рано или поздно все-таки станет центром мирового именно экотуризма. Все. Здорово. Песня мне очень понравилась, очень так одну душевную. Ну, классно. Вот. Песня, да, хорошая, спокойная такая. Показано, да, все там. Горы наши мощные, Байкал наш красивый, чистый. Все так хорошо, спокойно, радостная такая песенка. Ну, как бы она и спокойная тут же. Так радостно на душе, что у нас так все есть, все хорошо, все замечательно. Вот и хотелось бы, чтобы так все и осталось, чтобы наш Байкал не загрязнял и туристы, и местный народ, чтобы было все так красиво, аккуратно, чисто, такие же белые мощные горы и оставались. Наш видеолайк. Наш звонок.